А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. Королева красоты. Именно такой видят нашу область ее жители. С песнями и танцами отметили день рождения региона во всех дворах Тобольска. Праздновали практически в каждом микрорайоне. Дай Бог, голос берегите хоть свой. Хорошо, какую спасибо. Радость принесли всему району. Они сидят, не выходят никто. А мы вышли и вас послушали. Дай Бог спасибо. Вам здоровья, всем вам, что вы провели этот праздник. Взрослые вместе с артистами пели известные хиты, отвечали на вопросы викторины и получали призы. Дети резвились на детской площадке в компании очаровательного лесовичка. Все эти ограничения научили нас, оттолкнули к поиску новых форматов. Конечно, даже нам и команде наших артистов, команде тех, кто трудится в отрасли культуры, было сложно перейти на этот новый формат. Но он принят и принят нашими жителями. Мы привыкли к большим комфортным концертным залам, к очень хорошему звуку и к другим моментам, которые, ну, безусловно, тоже имеют место быть и будут продолжены. Но не многие, наверное, всегда имели возможность прийти в концертный зал, найти время. А теперь артисты приходят домой. Люди отлично реагируют, машут из окон, улыбаются, счастливы, вывешивают флаги, когда государственные праздники и так далее. Поэтому очень благодарная публика, в том числе и в дворах. Один друг мне говорит, просыпаюсь, а кто-то гимн поет, еще так громко, говорит, мешают спать иногда. Пандемия диктует свои правила, но они не мешают отмечать жителям праздники. Наоборот, в городе появляются новые проекты, позволяющие принять участие большему количеству желающих. Наталья Китова, Ярослав Прохоров, Тобольское время.